что такое? Редуктор масла. Масло против 37,5. Ты что, будешь это собирать? Ну, ничего не буду купить. Ничего не буду купить, просто по наружу нужно проверить. Проверять буду. Переберем, разберем, посмотрим. Ого. Такая лужа масла. Чувак даже масло не сливал, походу. Угу. О, а мы масло же должны купить ему. Да? Масло стоит около $50. Да. Блин. Ну, там если вот столько вытянуть, там по-любому не повар можно. Да. 75 веста 40. А где-то есть, можно купить? Да. Привет. BMW 5. А откуда оно текло? С этого сапуна. Ага. Из сапуна. Люфт есть? Да, есть немножко. А ну дай попробуй. Ну чуть-чуть есть, в принципе. Несколько градусов. И такой люфт есть между флянцами. Да, ну дай попробуй. В разные стороны. Да, ну чуть-чуть. Типа немного. Так, хорошо. Руками ты не проворачиваешь, не да? Проворачивается. Не получается. Слышу приспособы. Проверим преднатяг. Номер. Здесь не, номер здесь, но таблички нету. А табличка есть? Не мог. Сайлентблоку торба. Блин. Угу. Беда. Так, шу. Я упираюсь здесь, да? Да, сейчас. Ну, сейчас получается. Вот так, да. Вот наизнанку. Так, давай поставим 42 килограмма. 4. Да, 4. 42 ньютон-метра. Вот 42 ньютон-метра. Держит. Отлично. Давай поставим 56 ньютон-метров. Okay. 5,6 килограмм. 5,6 уже не держит. А нам обещали 10 килограмм. 10.